Иван Яковлевич Кизеев родился 28 августа 1923 года в деревне Бутрово Смоленской области. Военный фронт своими глазами увидел в 1943 году. Был призван в ряды армии 7 октября из Смоленской области в 375-й стрелковый полк. 11 ноября был легко ранен. По званию был сержантом. С марта по июль 1944 года Иван Кизеев служил командиром отделения 660-го саперного батальона. В июле того же года был тяжело ранен в бою под Смоленском. От смерти его спасло только то, что снаряд разорвался в болотистой местности. После госпиталя Иван Яковлевич вернулся в строй и был назначен командиром отделения 45-го саперного батальона. Иван Яковлевич Кизеев награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне.